Здравствуйте, меня зовут Цыганкова Екатерина, креативное издание Fashion Concert, и сегодня мы находимся в Рояль Арбате на презентации клипа Стаса Михайлова и Джигана «Любовь, наркоз». Почему же и возник такой неординарный и оригинальный дуэт? Об этом вы узнаете из сегодняшнего нашего сюжета. Сегодня у нас состоится презентация клипа Джигана и Стаса Михайлова. Скажите, пожалуйста, как вы познакомились с Джиганом? На самом деле, с Джиганом мы очень давно знакомы. Вот в этом году, наверное, будет 10 лет. И я непосредственно принимал участие в работе над его песнями. Там у нас очень много совместных авторских песен. И мы вместе росли, можно так сказать, вместе поднимались. И вот сейчас мы здесь. Росли, то есть вместе вы с детства? Ну, 10 лет, с такой молодостью вместе музыкой занимались, вместе как бы песни писали. Вы помните какие-нибудь истории, связанные с Джиганом, такие неординарные, может быть, какие-то? На самом деле, как вы все знаете, Джиган родом из Одессы, и я его еще знаю с тех пор, когда он жил в Одессе, и я к нему ездил в Одессу неоднократно. И Одесса просто... как бы само по себе такая одна большая история. Там вот как ни приедешь, постоянно какая-то история. У него там постоянно такие босяцкие расклады. То за ним кто-то охотится. Я помню, я один раз приехал, как бы он меня у себя поселил. Я у него ночевал. Он уехал по делам, а меня оставил одного дома там в таком месте. А за ним как раз там кто-то наблюдал или что-то, я так и не помню. В общем, он мне вручил пистолет для самообороны. Говорит, так, сиди здесь молча, если кто-то будет стрелять, говорит, стреляй. Я от страха тоже немного испугался. Пришлось стрелять или нет? Да нет, на самом деле, ну как бы это все было так в шутку, да, но как бы прикольно все равно. А как вы считаете, в чем состоит успех любого дуэта? Успех любого дуэта, бесспорно, в хорошей песне. Бесспорно, в том, как его подашь, преподнесешь. И в хорошем видео, абсолютно точно. Вы сказали «хорошая песня». А что для вас хорошая музыка? Хорошая музыка – это песня, которая остается у меня в душе, которая заставляет задуматься и которая станет хитом, который хочется напевать и слушать везде. А вы согласны с тем, что любовь – это наркоз, вот как поют Стас Михайлов и Джиган? Естественно, это и есть наркоз, причем самый главный. То, без чего человек не может обходиться. Никто не может жить без любви. То есть это как зависимость? Конечно, так и есть. Я, например, не могу не любить. В принципе, любовь же не обязательно должна быть к молодому человеку, да? Она может быть вообще в целом, там, не знаю, к родителям. И любовь – это... такое чувство непревзойденное, неповторимое, самое ценное – это на самом деле наркоз. Мы зависим от него. А вы согласны с выражением «любовь – наркоз»? Думаю, что да. Почему? Ну, потому что все-таки любовь, она тебя вводит в это состояние наркоза. То есть это своего рода зависимость, да? Это зависимость, от которой можно по желанию избавиться. Потому что от любой зависимости можно избавиться. Либо, наоборот, привязаться настолько, что быть зависимым навсегда. Как вы считаете, рэп и шансон – это совместимо? Это несовместимо, но это уже получилось. Совместимо. Сейчас время коллабораций, время миксов. Вот. А с кем из зарубежных исполнителей хотели бы посотрудничать? Я не знаю. Ни с кем. Я со всеми... Сейчас я хочу сотрудничать только сам с собой. И с российской группой «Моя Мишель». Я записал песню. Прекрасная группа. Спасибо большое. Скажите, метко ли выстрелили, по вашему мнению, Джиган и Стас Михайлов? Очень метко. Я считаю, что это такой выстрел, он не то что даже меткий, он масштабный. Как бывает, люди стреляют как снайперы, а здесь выстрел такой, как базука. Который, а может, хочет, и бомба. Да, который хочешь, не хочешь, но заденет тебя и соседа, и еще многих людей, которые вокруг стоят. Не собираетесь ни с кем посотрудничать? Может быть, какие-то дуэты у вас будут? У нас хватает участников в группе, сложно бывает уместить всех в рамках песни, поэтому нам сложно говорить о дуэтах. Но если подвернется какая-нибудь креативная идея,
У меня, кстати, есть одна, я потом расскажу тебе за кадром. Хорошо. Вот пусть останется интрига. Мы обязательно что-нибудь сделаем и расскажем об этом. А может, и покажем, сделаем такую же громкую презентацию, напечатаем пресс-волл. Вообще, хотелось бы, конечно, попробовать рано или поздно поработать с кем-то из западных звезд. Пока это все-таки мечты, какие-то планы. С кем-нибудь из Узбекистана? Нет, из западных. Например? Из Восток. Ну, не знаю, мне было бы интересно поработать с Машин Ган Келли, с Тайни Темпо. Это такие рэперы с Black Eyed Peas, с которыми нас часто сравнивают до сих пор. Было бы интересно тряхнуть стариной. Ладно. Да, возвратить, так сказать, ветеранов в обойму. Здравствуйте. Расскажите, что вы ожидаете от сегодняшнего вечера? Честно, я была в шоке изначально, когда узнала об этом дуэте, но он такой немножко нестандартный все-таки. Просто интересно. У меня мыслей никаких нет. Ждем. Вот они поют, Стас Михайлов и Джиган, в смысле «Любовь, наркоз». Скажите, вы согласны с этим выражением? Естественно. Как можно с ними не согласиться? Ну, мне кажется, каждый человек, и девушка, и мужчина меня должны понять, и особенно этот шикарнейший дуэт, что... Ну, это золотые слова, правда. Скажите, а что для вас любовь? Любовь – это жизнь, любовь – это воздух, любовь – это все, что вообще есть на планете, все это любовь. А вы бы не хотели с кем-нибудь посотрудничать в будущем? Вот как, например, дуэт получился у Джигана и Стаса Михайлова? Ну, у меня уже был дуэт с Джиганом, и вы знаете, это был очень хороший толчок, хороший старт, и я думаю, что пока нет, пока лучше самой двигаться. Пока лучше сольное плавание, да? Да, безусловно. Такой необычный дуэт Стас Михайлов и Джиган. Да, мне кажется, очередное хорошее событие в шоу-бизнесе. Необычный дуэт, когда два настоящих мужчины вместе. Это действительно необычно в последнее время. Очень импонирует творчество Стаса. Джигана уважаю, безусловно, как коллегу. И рад за поклонников обоих артистов, потому что, мне кажется, когда слияние таких происходит двух любимых артистов, получается очень здорово. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот то, что вы из Одессы, из Одессы, и да, действительно, из Одессы и из Сочи, это не случайно. Морской шар вам помогает в вашей... Мы просто оба любим лето и тепло. Зиму я не люблю ни в каких проявлениях. Вообще, я ни лыжи, ни сноуборды, ни моя тема. Только летнее все. Да, поэтому... Море. У вас, у обоих в творчестве есть песня «Ночь». Это ваше любимое время суток? Или любите творить в это время? Ну, творить точно я люблю ночью. Не знаю, Стас, я тоже. Объясню, почему. Это единственное, когда тебе меньше всего мешают. Да. А творчество возможно только когда ты один. Джиган, а научили уже Стаса Михайлова кикбоксингу? Ну, подожди, он мне сейчас форму дает другую. Давайте мы сейчас фитнесом меня... займемся. Ноль вопрос, вопрос под боком. Без нее так плохо нам. Любовь наркоз, наркоз жестокий. Но я последний вздох отдам. Ноль вопрос, вопрос под боком. Без нее так плохо нам. Любовь наркоз, наркоз жестокий. Но я последний вздох отдам. Спасибо. С вами была Цыганкова Екатерина, креативное издание Fashion Concert. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и помните, что любовь может быть наркозом.